Мы находимся на выставке Household Export, говорим с нашими гостями Экспонент. Анастасия, вы производитель, расскажите, что, чем занимается компания и что собирается представить в 2019 году рынку, чем собираетесь удивлять? Наша компания Steiger производит разделочные доски, также производит столы из слэбов. Это наше новое направление, открытое в 2019 году. На нашем стенде представлен стол двухметровый. Также у нас новые дизайны разделочных досок, торцевых и классических. Вот. И также мы представляем это на нашем стенде. Вы, наверное, со своей продукцией конкурируете с европейскими производителями, с китайскими производителями. Что у вас технологического интересного, что дает вам конкурентное преимущество перед ними? Да, верно. Мы конкурируем с различными китайскими компаниями. Наше преимущество в том, что производство находится в Беларуси, то есть это довольно-таки близко от России. Также это все экологически чистое. У нас один из лучших клеев, материалов. То есть мы делаем все с любовью и с душой. С любовью и с душой. Вот такие представители на выставке Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспонентами.